Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Scarlet Nexus. Что ж, в прошлый раз мы с вами повысили уровень связи отряда аж до 4. Пора посмотреть, как это отразится на наших боевых навыках. Пора перевести дух. Думаю, мы уже достаточно отдохнули. Да, это не то дело, с которым стоит затягивать. Тагетсу, могли выслать людей на твои поиски. Будь осторожна. А я со своей стороны буду делать все, чтобы вас поддержать. Харука, ты просто супер. Я думал, Ватару из взвода Юэта хорошо справляется, но поверь, ты ничуть не хуже. Надо воздать должное нашим близнецам за поддержку, а? Обожаю вас. Это было бы идеальным комплиментом, если бы ты не упоминал брата. Но спасибо. Ты совсем стыд потерял. Ничего? А тебе самому не стыдно, что не можешь жалкого комплимента из себя выдавить? Если кому-то и должно быть стыдно, то это тебе. Кёка, Араси, идем отсюда. Похоже, Кагеры с Сидоном решили устроить разборки. Слышал, Сидон? Ну, устроим разборки. Тебе разбить нос или вынести мозг? Все равно ты слишком зелен, чтобы меня одолеть. Заткнись! Не впутывай меня в свое фиглярство! Но если мы хотим открыть Сейрону глаза, с чего нам стоит начать? Полагаю, нам стоит об этом подумать до того, как мы туда отправимся. Фаза 9. Защитники и защищенные. Совместно со взводом Юэта отряд Касаны решает надавить на сейронское правительство, чтобы те помешали планам Тагетсу. Вот только к кому обратиться с такой просьбой? Да, у нас ведь нет связи в правительстве Сейрона. А как насчет твоих контактов в прессе, Араси? Я знаю, как использовать их, чтобы представить события в нужном свете. Но вот заставить их делать то, что мне нужно, и тогда, когда нужно, это уже совсем другое дело. Более того, мы влезаем в сферу политики. Заставить людей нам поверить будет непросто. Такую информацию лучше сперва запустить в виде слухов, а уж когда люди заинтересуются, выйти в эфир. Прекрасный анализ от бывшей шпионки. Я знаю, что это комплимент, но у меня по его поводу смешанные чувства. А? Так, не отвлекаемся. А как насчет того офицера? Ну, того, что просил нас убить Юэта. Мы тогда поссорились из-за Наоми. Вряд ли после этого он захочет нас выслушать. Возможно, Карен сможет достучаться до правительства Сейрона. Точно, генерал-майор Карен. Он и впрямь мог бы. Когда мы последний раз видели его там, где они держат Наоми, он куда-то очень торопился. Интересно, где он сейчас? Стойте, что-то происходит вниз сверх форм жизни. Хорошо, что мы решили установить за ним наблюдение. Они начинают перевозить боевых иных. Перевозят? Что ты имеешь в виду? Они направляются в Мидзухагаву вместе с Наоми. Что они собираются с ней сделать? Учитывая, на что им ради этого приходится пойти, скорее всего, ничего хорошего. Но в системе не осталось никаких планов. Должна же быть причина, по которой они это делают. Так, почти все удалено, хотя... Да, кое-что есть. Ого, тут даже указано имя ответственного. Нет, не может быть. Скажи уже, кто это? За перевозку боевых иных отвечает генерал-майор Фубуки. Фубуки? Почему? Вообще-то, вероятность того, что он в этом замешан, существовала всегда. Учитывая, что исследовательским комплексом владеет Spring Pharmaceuticals. Я вот тут гадаю, генерал-майор Карен, не замешан ли он в этом? Потому что если замешан... Сейчас мотивы не важны. Сперва найдем их, потом расспросим. Ты абсолютно права. Но как бы то ни было, мы все равно должны спасти Наоми. Да, раз уж там за главного Фубуки, с ними можно поговорить. Вряд ли у них найдется достаточно людей, чтобы перевести всех боевых иных одновременно. Им все равно придется делать паузы между перевозками, даже если машин достаточно. Думаю, мы можем успеть. Мы должны поторопиться, пока еще не слишком поздно. Что, генерал-майор? Фубуки делает Мидзухагаве. Возможно, перевозит боевых иных в Соо. Если это так, Наоми остальные могут быть в опасности.
Мы должны вернуть мою сестру. Идем. А куда идем-то? Скажите мне на милость. А, район Мидзухагава, Великий мост Югири. Ага, и снова нам вот в эту вот подземную зону, что ли? А, потом типа подняться на лифте. Нет, ни на каком лифте. Возможно, тут сработает электрокинез Сидана. Ну, я так думаю, мы не намокнем. Так, Сидан, пока что твой электрокинез не нужен. Смотрите-ка, какая прелесть. Пока, друг. Но тут не только панцирь пробит, тут ему просто хана. И разрываем. Так, а второго... О, давайте в невидимость идем. У нас есть еще что-нибудь интересное. Мы можем просто ящиками по нему критануть пару раз. И теперь тоже доразорвать. Ава, прелесть. Ой. Все? О, еще один. Плюющий подарок. Черт. Хорошо, уходим в невидимость. А, включаем вот эту штуку. И теперь... Вот так, гаденышу. Все, доплевался. Подарка тоже нет. Только давайте не забудем здесь вот эти вот эхо-данные собрать. Они нам могут пригодиться. О, какая цветущая чинара. Смотрите-ка на нее. Раз, два, три. Кружочек, кружочек. Полетел ящик. Раз, два. И теперь снова раз, два, три. Кружочек. Вот это. Снова ящик. Да. Ну, я не хочу пока что мыслеполе тратить. Оп, держи. Этой штуки больше нет. А есть сверхскорость Араси? Есть. Ну-ка. Сидан, а ты чё свою штуку отключила? Ты нам помогать не хочешь? Ты типа не хоришь, что ли, нам? О, Кёка, давай. Ага, Кёка устроила представление. Ну-ну-ну-ну-ну. Пока. Прелестно. Так, а еще где-нибудь ресурсы есть? Я что-то не вижу. Ну, значит, то, что надо было, мы собрали. Там есть какой-то зеленый айтем, но поскольку здесь все айтемы это какая-нибудь юзабельная дрянь, то не так это и важно. А, во, вижу. Эко данные. Так, а нам, видимо, вверх. Ну, зато довольно-таки бодро одолеваем всех этих иных. Это радует. Так, стоп. Куда цель обновлена? Почему назад-то нас ведет? Эй. Куда нам? Ну, ладно, предположим, что нам все-таки вперед. Ага. Сныкался. Хорошо, вот так, как тебя. О. С Кёкиным скиллом мы должны просто его в один проход прибивать. Снова спрятались. Эй, я сказал, спрятались. Ой. Ага. Готов. Так, еще одна невидимость. Кажется, мы не туда с вами идем. Вот, сдается мне, совсем не туда. Ай, как он у нас невидимых попал. О, здравствуй. Доплевался? Доплевался, красавчик. Так, куда нам все-таки? Карта. Карта вообще не подсказывает нифига. Сюда? Не похоже, что нам сюда все-таки. Да? Да, нам похоже все-таки вот в ту первую арену, в которой мы были. Только она никак не могла решиться, куда же нам в итоге бежать. Хм. Ладно. Ой, Сидан, прости. Не выключил твой скилл. Так. Хорошо. Просто, ну, тут же нас сюда прислали не просто чужих поуничтожать, правильно? И смотрите, точка снова здесь. Так, мы на нее поднимаемся, цель обновлена. Теперь куда нам?
Ладно. А, не, слушайте, обманула меня карта. Смотрите, нам надо было именно туда, куда мы прибежали. Вот ведь срань. Неприятно. Неприятно. Ну ладно. Ну, зато мы дорогу расчистили. Просто что-то карта как-то это... В этот раз не может определиться. И все-таки это место мне нравится гораздо больше, чем больница, в которую нас с Юэта посылали тысячу раз. Здесь как-то оно подушевнее. Во. Ава. Где-то поблизости есть ресурс. Да-да-да, я его соберу. Но, правда, эко-данные всего лишь типа С. Ну и вот это давайте тоже соберем. Уж что, пригодится может. А, и в лифт. Традиционно. Кстати, а что у нас? Почему у нас такая команда? Ну ладно, пусть какая есть, такая и будет. И почему Касане так прижалась к Кагера? Мне кажется, или мы проводим кучу времени вместе? Вот да, я именно об этом говорил. Ого. Что у них тут за большая тренировка? Я вижу Наоми, и, похоже, там и другие люди, превращенные в иных. Так они действительно могут управлять иными? Это взвод Кадамы. Они перевозят иных в СО. Так что будем делать? Хочешь связаться с генерал-майором Фубуки по мысли связи? У нас нет на это времени. Встретимся лицом к лицу. Араси, я могу оставить переговоры с генерал-майором на тебя? Думаю, это и к лучшему. Это должна сделать я. Но будьте готовы к бою, если все пойдет не так. Я готова. Думаю, мы все готовы. Хорошо, идем. Фубуки, Кадама, что вы делаете? Ну, а вы что здесь делаете? Касане, Араси, Кадама, не вмешивайся пока. Слушаюсь, генерал-майор Фубуки. Так, ребятки, лучше не дергайтесь, а то я разозлюсь. Что вы здесь делаете? Вообще, почему вы перешли на сторону Карена? Соу, сейчас кошмар. Если вы убедите меня в том, что Карен вас всех одурачил, я могу замолвить за вас словечко перед высшими кругами Новой Химуки. Спасибо за щедрое предложение, но сперва мы хотим задать тебе несколько вопросов. Эти иные, которых ты перевозишь, ты знаешь, кто они такие? Конечно, знаю. Это превращенные в оружие иные, созданные из людей. А что ж ты собираешься с ними делать? До меня дошла информация, что Карен собирает в Мидзухагаве людей с особыми способностями. Судя по тому, что вскрыло мое расследование, он собирается объединить силы с Тагетсу и передать им технологии, которые он украл у Соо и Сейрон. Я хочу его остановить. Ясно. Значит, тебе был нужен козырь в противостоянии с Кареном. И ты решил получить преимущество с помощью боевых иных. Да. Даже он дважды подумает, прежде чем атаковать иных, созданных из людей. Если дело дойдет до боя, то пока у нас есть боевые иные. Араси, что ты? Кадама? Нас что, одурачили? Постойте! Откуда здесь две Кадамы? Ура! Получай! Промазала. Как же меня бесит гиперскорость Араси. Похоже, тайное стало явным. Она что, использует планирование? Нет, вовсе нет. Я не чувствую ничего похожего на мою силу. Она настоящая. Но разве нормальный человек станет без тени сомнения резать своего младшего брата цепной пилой? Я не колебалась, потому что Фубуки ни за что не использовал бы людей, превращенных в иных, чтобы атаковать Карена. И в том случае, если среди иных есть она. Он никогда бы не подумал использовать боевых иных в настоящем бою. Возможно, Фубуки лишь следовал чьим-то приказам после того, как ему промыли мозги. Иначе моим долгом, как его сестры, было бы остановить его любой ценой. Даже если для этого придется его убить. Какая страшная сестричка. А я-то думала, что меня не переплюнуть. Супер. Именно поэтому все летит кувырком, когда появляется кто-то из близких. Мне плевать на твои проблемы. Вы кто такие, модификанты из Тагетсу?
Модифик кто? Да нет, мы родились и выросли в Соо. Думаю, нет смысла это скрывать, раз уж вы все знаете, что нас двое. Я Юта Милоне, старшая сестра-близнец Кадамы. Я бы сказала, рада знакомству, но мы уже несколько раз встречались. Солдат войск спецназначения Юта Мелон. Вы близнецы? А ведь во время нападения на транспортный отряд с Эрона мне казалось, что тут что-то не то. Это потому, что мы видели не Кадаму, а Юту. Именно. Правда, у меня классная способность превращения. Обычно я не очень-то люблю появляться на людях. Но разве могла я сдержаться, когда у меня была возможность увидеть мою героиню Касане? Что? Героиню? Ой, когда я вспоминаю, как ты растоптала Кадаму, как мерзкого жука, у меня мурашки по коже. Довольно. Ты говоришь, как какая-то психопатка. И хватит вести себя так, будто ты там была. Ты всегда дергаешь за веревочки из-за кулис. Мне нравится, что правительство новой Химуки меня так ценит, но в итоге мне достается вся самая грязная работа. Ты дура, Кадама, хватит им все выбалтывать. Так значит, вы работаете на новую Химуку? Вы что, действительно собираетесь использовать Наоми и боевых иных в войне? О, вам это так интересно, да? Увы, теперь, когда вы знаете наш секрет, нам придется вас убить. Простите, но для вас это конец пути. Я не позволю вам использовать Наоми. Это вам сейчас придет конец. Уф. Так, ну хорошо. А слушайте, давайте сразу... Оп. Да, они там невидимы, это все, конечно, здорово и прекрасно, но... Посмотрим, что мысли поля для нас сможет сделать. Ну что, друзья. На. О, они... Ой, все? Что происходит? А? Эй, куда вы меня из мысли поля выкинули? Вы что, издеваетесь? Ого, это как она так быстро отреагировала на нашу сверхскорость? Алло. Обалдеть. Ай, у нас замешательство, что ли? Но все равно мы их ковыряем бодро. А где субтитры? Алло, граждане. Так, хорошо. Сверхскорость. Легкое желе. Я взорву ваши уши и превращу мозги в желе. Эй, эй. Слушайте, не круто. Вообще не круто. Первая пошла. Давайте, ребят, давайте, не стесняйтесь. Хорошенько так проткнем и, соответственно, хорошенько порвем. Первая пошла. Так, и вторая, я так думаю, что вслед должна отправляться. Какие-то странные замедления. Да. Ага. Сверхскорость и невидимость. Просто с этим комбом мы можем подойти к ней и вот так вот сделать раз. И теперь... Оп. Ну что, девчуль, и ты присоединяйся уж, раз у тебя такая крутая прямо вилка. Ну, у нас, кстати, тоже ускорение мозга врубилось. Почти. Ну, я так думаю, что вот это все сейчас и решит. Вот так вот. И еще разок на бис. Пока-пока. Вот куда делась Кадама. Выяснили. Однозначненько. Проклятие, они нас сделали. Меня до сих пор корчит, а так-так, Касане. Заткнись, мне стыдно, что я твоя сестра. Теперь у вас ничего не выйдет. Сдавайтесь. Кстати, у меня есть отличная идея. Говорите, Наоми здесь... Это отличная возможность испытать боевых иных. О, Юта, у тебя извращенное чувство юмора. Нет, не надо. Шоу начинается.
Они действительно выполняют твои команды. Тот, кто это придумал, больной на всю голову. Наоми! Не слишком ли это? А мне так хотелось забрать Кусане домой и сделать ее своей домашней зверушкой. Наоми, ты меня слышишь? Это я, Кусане. Кусане. Что? Что это за атака? Подкрепление СО. Нет, это... Тагетсу. Армия модификантов. Проклятие, они пришли за Кусане. Да кто они вообще такие? Пустили по ветру все мои планы. Ну что ж, я не собираюсь встревать в это. Жаль, конечно, терять боевых иных. Ну да ладно. План все равно не особо зависит от них. Похоже, теперь они возьмутся за вас, ребята. Развлекайтесь, покажите им за нас. До новых встреч, Кусане. Ух, мы в следующий раз и повеселимся. Странно, что Кадама злодейка истории Кусане. Телепортировались? У меня к ним осталось куча вопросов. А тут у них по полной. Да уж, размашисто воюют. Эта тактика работает лишь потому, что они готовы жертвовать модификантами. Я не могу никому пробиться. Они отключили все мои контакты в Тагетсу. Похоже, они не настроены общаться. У нас есть пласт побега. Ищу, но пока ничего не подворачивается. Вам отсюда не выбраться, если только вы не сможете телепортироваться. Что ты говоришь? Все в порядке. Наоми? Я наконец-то поняла, почему я превратилась в этого иного. Для того, чтобы защитить тебя. О чем ты? Я отвлеку их. Нет, тебе не справиться с ними в одиночку. Даже в шкуре иного. Я не одна. Остальные сказали, что они тоже помогут. Не надо, Наоми. Ты не можешь. Я найду другой способ. Прости. Тебе всегда приходилось обо мне заботиться. Позволь хоть в этот раз побыть твоей старшей сестрой. Наоми, нет! Наоми... Ничего себе, у них отвлекающие маневры. Мина! Слушайте, нам надо найти укрытие. Она хотела бы, чтобы мы выжили. Хорошо, идем. Похоже, мы справились. Наоми и остальные. Наоми! 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 Стой! Ого. Наоми! Кстати, такого иного уже мы не встречали, кроме Наоми, не? Наоми. О нет. Наоми. Не умирай. Я не смогу без тебя. Эй. Когда ты успела стать такой плаксой? Привет, Кусане. Наоми? Ты жива. Слава богам.
ты вернулась ради меня, Касане. Хотя это было так опасно. Я рада, что ты в порядке. Не знаю, что бы я делала, если бы с тобой что-то случилось. Наоми, твои раны. Тебе больно? Нет. Я их не чувствую. Они не больше не причинят мне боли. Что? Становиться этим чудовищным существом, использовать препараты из мозгов, если я хочу оставаться с собой. Это было так ужасно. Я хотела умереть, но теперь я рада, что дожила до этого дня. Я так рада. Погоди, Наоми. О чем ты говоришь? Я смогла в последний раз доказать, что осталась человеком. Они превратили меня в это, но не смогли отнять мою душу. Спасибо тебе, Касане. Сестричка, живи долго за нас обеих. Наоми, не оставляй меня. Нет. Наоми, почему? Где ты был, Карен? Элис не смог опять. Генерал-майор Карен? Придется опять воспользоваться ими. Что ты несешь? Они убили мою сестру. Почему она погибла, защищая меня? Почему это с ней случилось? Молчать! Мы можем воспользоваться красными нитями! Карен, ты поглощаешь ее силу! Это уже случалось раньше. Я попробую снова, столько раз, сколько будет нужно! Юито, где он сейчас? Он исчез? Наверное, телепортировался. Он сказал Юито? Юито. Да, точно. Он применил мозгократ. Он просто скопировал мои красные нити. Да, но не похоже, чтобы он ими воспользовался. Так как генерал-майор Карен не владеет красными нитями, как Касане, возможно, для их активации ему нужен какой-то катализатор. Этим катализатором не может быть Юито? Если учесть связь между путешествиями во времени и кунацкими вратами... Карен пытается заполучить силу, открывшую врата. Но зачем ему путешествовать во времени? Элис определенно была среди иных. Неужели он собирается вернуться назад и... Кто такая Элис? Мне все равно, чего там хочет Карен. Если он воспользуется красными нитями, это может повлиять на кунацкие врата. Не напрягайся. Его способность создает огромную нагрузку на твой мозг. Если это правда, что насчет Юито? Разве он не говорил, что его мозг и так не в порядке или что-то вроде того? Юито может и не выдержать мозгокрада. Еще одна причина остановить Карена. Мы должны с ним связаться. Взвод Юито сейчас в защищенном комплексе Арахабаки, отключен от сети. Арахабаки? Правда? Да.
После того, что сказал генерал-майор Карен, мне удалось убедить Ватару рассказать мне, где сейчас Юэта. Ватару мой брат, хотя ты, наверное, и так это знаешь. А еще он оператор взвода Юэта. Он беспокоится из-за того, что тоже потерял с ними контакт. Он не был уверен, добивает ли до него их телепатия. Хорошо, спасибо. Арахабаки в СОО. Похоже, теперь наш путь лежит туда. Замечательно. Мало нам было Тагетсу, так теперь еще и генерал-майор Карен играется с красными нитями. Ты в порядке, Касане? Похоже, Юэта в опасности. Знаю, Наоми, тебе он тоже был небезразличен. Поэтому я собираюсь его спасти. До сих пор в голове не укладывается. Как же так? Тебе и правда не стало. Прости. Я не смогла тебя спасти. И спасибо. Спасибо, что защищала меня до самого конца. Да, я в порядке. Пойдем. Мыслиграмма. То, что осталось от иных. Слушай, Харк, у меня есть к тебе просьба. Мне бы хотелось похоронить тех иных, кто помог тогда Наоми. Осталось ли что-то, что можно предать земле? Я искала, но, прости, тела иных распадаются после смерти. От них ничего не осталось. Ясно, очень жаль. Но мне бы хотелось хотя бы собрать немного земли с того места, где они погибли. Хорошо, мы ее тебе добудем. Они любили кого-то, кто-то любил их. И никто из них не заслуживал такой судьбы. Мы не должны об этом забыть. Ты права, Наоми, и все остальные храбро сражались до самого конца. Сражались, чтобы защитить тех, кто не мог этого сделать сам. Они погибли как люди, а не как боевые иные. Мы должны похоронить их по-человечески. Мне бы этого тоже хотелось. Спасибо тебе, Кёка. Спасибо, ребят. Эй, ты все еще не ответила мне? Кто это Элис? Подруга детства Фубуки и Карена. А еще невеста Фубуки, но она стала иным. Уже очень давно. Потому-то она и была в той же лаборатории, что и Наоми. Так, ну, мы можем с вами как минимум вот эту вот эко-данную собрать. А вот здесь обычно стоит чувак, который давал нам сохраниться, но теперь его нет. Ух ты, как они все переиначили для вот этого ивента практически. Ну, я соберу парочку, знаете, а вдруг нам снова эко-данные Мидзухагавы тип А понадобятся, а у нас их нет, потому что мы их все на гитару спустили. Ну, например... Соответственно, было бы здорово их все-таки иметь, даже несмотря на то, что там хоть какие-то иные. Мы вот так вот можем сделать. Невидимость. Так, Сидон, Кёка. Оп. Ну, а теперь мы можем просто разрывать и уничтожать. Прикольно, что если вот так вот, например, делать, у нас невидимость будет продлеваться, продлеваться и продлеваться, в теории. Да. Ой. Так. Ну и все, теперь в СОА. Район Рюдзин. Главную улицу? Да. Что происходит? Тут что-то не так. Где люди? Постойте, кажется, здесь национальные силы самообороны. Похоже, новая Химоко включила взвод Юэта в список розыска. Вот почему они объявили чрезвычайное положение. Здесь точно шел бой. Смотрите, там кто-то лежит на земле. Тело. Возможно, они случайно ввязались в бой. Нам сейчас о себе нужно думать. Не забывайте о том, что мы тоже скрываемся от государства. Не то правда. Харука, можешь найти безопасный путь к Арахабаке? Брат может. Я его сейчас подключу. Это Ватару. Времени нет, сразу к делу. В настоящее время я не могу установить контакт со взводом Юэта. Позвольте мне помочь вам, чтобы я убедился, что с ним все в порядке. Я отправил вам маршрут до защищенного комплекса Арахабаки. Тот вход, через который они вошли, все еще открыт. Существование этого маршрута засекречено, так что это лишь между нами. Хорошо, молодчина, Ватару. Наша цель — Арахабаки. О, на карту мира добавлена Арахабаки. А мы где-нибудь здесь сохраниться сможем? Сможем. А давайте это сделаем. Не так важно нам, наверное, этим и собрать.
как на самом деле на этом эпизод и закончить, потому что отлично получается. Мы как раз следующий эпизод сможем начать с того, что отправиться в Арахабаки. Ну и что-то мы пока что уровни не получаем, заметьте. Хотелось бы уже как-то чуть-чуть по экспед продвинуться. Кстати, может посмотрим, а сколько у нас? Кстати, мы практически... Ну, да ладно, на этом предлагаю этот эпизод и закончить. А продолжим уже в следующий раз, как я и говорил. Всему спасибо Мише Лебедеву, Мише Фомину, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Рокки Бальбоу, Антону Цару, Глебу Сахарову, Брату Манзакадова, 45 Рус, Дарье Кравчуку, Вайт Рэббиту за то, что тебе продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что приходите, смотрите это прохождение. Ну и до встречи в следующий раз. У меня на этом все. Удачи, счастливо, пока-пока. Увидимся.